кинотеатре «Искра» состоялось подведение итогов и награждение победителей 19-го открытого районного конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». В фойе развернулась выставка, где все пришедшие могли увидеть более 640 работ участников. Картины и поделки были представлены в номинациях, так или иначе объединенных пасхальной тематикой. Это русские традиции празднования Святой Пасхи, евангельская история, дела добра и милосердия в пасхальную неделю и другие. Очень важно, чтобы она была аккуратно сделана, чтобы радовала глаз. Все-таки пасхальная радость – это веселье, радость. И несмотря на то, что такие евангельские истории, которые были печальными, грустными, но все равно воскресенье, Христос воскрес. В состав жюри входили педагоги школ, преподаватели Центра детского творчества «Импульс» и, конечно, священники Видновского благочиния. Дети рассказывают своими работами о том, что Христос воскрес. А эти слова звучат во все времена. Уже 2000 лет человечество говорит, приветствует друг друга этими словами. Словами о победе жизни над смертью. Это никогда не будет не актуально. Участники конкурса черпали свои идеи в священных писаниях, а также в разговорах со своими преподавателями и родителями. Стоит отметить, что в этот раз в пасхальной радости приняли участие 65 учреждений, что больше, чем в прошлом году. За экспозицией с интересом наблюдали гости фестиваля. Мы не первый раз приходим на выставку, участвуем в этих выставках, потому что у меня внучка занимается в кружке. Вот очень красиво все, очень много поделок. Детей очень много талантливых. Видновчанин Влад Чевелев признался, что работа над картиной не была легкой, тем приятнее занять почетное второе место. Это вот моя картина, я ее рисовал на Пасху. Там сказано, когда ангел открыл его могилу, а тогда девушки пришли его бальзамировать. И он сказал, что Христос выжил, возродился. 25 человек получили высшую награду фестиваля – гран-при. После того, как всем вручили дипломы, для собравшихся в зале был показан спектакль «Как перевоспитать царевну». Всю постановку, включая создание декораций, осуществили воспитанники и педагоги Центра детского творчества «Импульс». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.